Прошедшие выходные для многих ульяновцев не прошли бесследно. В разных районах области бушевали пожары различной степени сложности. К сожалению, в одном из них погибли два человека. Трагедия произошла в субботу вечером в селе Чувашский Колмаюр Чердаклинского района. На момент прибытия пожарных в жилом доме наблюдалось открытое горение кровли деревянного жилого дома. Мужчину 1939 года рождения и его супругу спасти не удалось. Опрашиваются очевидцы произошедшего, отрабатывается версия, связанная с пожаром. Как аварийный режим работы электрооборудования, так и неосторожное обращение с огнем. По словам соседей, жильцы допоздна смотрели телевизор. Огнем уничтожен практически весь дом. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки.